Калиберный пулемет. Готов. И пошла. Так. Что ж, поехали. Первый раунд, то главное событие. Титульник в тяжелом весе. Воу-воу-воу! Пробовал из боевого самбо исполнить бросок. Сейчас Хадис. Поджимает к сетке Фернандо. Вообще так тоже Фернандо не промах. Но сейчас должна зайти какая-нибудь классика самбо дзюдо обязательно. Подсечка, подхват. Ну, по крайней мере, именно этого мы все и ждем от Хадиса. Пока что Фернандо Родригес так уверенно поджимает к сетке. Сейчас немногие ожидали увидеть, что именно такая будет инициатива. Я лично вообще не ожидал, что он сейчас борется. Как минимум в начале. Да, особенно учитывая, что... Ну, как раз, может быть, они подразумевают, что у одного мощная шлюха, у другого, и зачем искать. Но я понимаю, что Хадис хотел перевести, чтобы быстренько улучшить позицию, забить локтями, как он и очень хотел, и настойчиво говорил об этом перед поединком. Борьба за корпус. Я думаю, Фернандо тоже понимает, что у Хадиса есть такая мощь, есть такая сила взрывная. Что, нужно, что было бы лучше с ним побороться сначала, замедлить его немного. Сейчас Фернандо там, мне кажется, Фернандо мышечнее, чем Хадис, и он, по идее, затечь может быстрее. Так, ну у нас хватит борьбы на данную секунду. Ой, печень, как он корпус справа. Да. И вот колено правое будет. Да, довольно неожиданный, на самом деле, сценарий. Хорошо колено работает. Хадис его убить хочет. Да, Хадис очень нацелен, особенно учитывая мотивацию из-за гаджи автомата. О чем, кстати, Ибрагимов рассказывал перед поединком, что это может с ним сыграть злую шутку, то, что он эмоционально внутри клетки может показать себя, как раз-таки из-за... Снизу, да. Сейчас, наверное, опять будет пытаться перевести. Ну, Хадис торопится. Мне кажется, он торопится. А когда Хадис не торопился? Ну, вспоминаем все бои. Он очень нацелен всегда показать яркое зрелище. Так, в одну ногу. Ой, столько сил тратит. Зачем Хадис? Так, есть все-таки тейкдаун. И теперь Хадис будет пытаться, наверное, вылезти в маунт и забить локтями. Но Фернандо Родригес встает. Братан, ну это Бразилия, с ними бороться сложно. Нет такого дагестанца, который не умел бы бороться, также нет такого бразильца, который не знал бы джиу-джитсу. Тем более такой мощный и атлетичный Фернандо Родригес. Сейчас Хадис прям очень много сил тратит на то, чтобы перевести соперника. Очень много, он очень много тратит. Скоро узнаем, насколько... Тяжи готовы на длинную дистанцию поединка. Но хочу сказать, что Фернандо прекрасно с виду то подошел к бою. Ну он, смотри, делает все, смотри как. Тоже, смотри, он стоит и стоит. Вот из этого положения будет пробовать финишировать. Хадис Ибрагимов. Правая рука залетает, прямо она заходит. Да, очень хорошо. И в любом случае, психологически ты увереннее Хадис становится. Но встает. Жестко! Гол! Ярчайший нокаут в первом раунде от Хадиса Ибрагимова. Ну что, гаджи автомат отомщен в полной мере. Гаджи уже...